Медсестра, я хочу видеть моего брата, Майкрофта Холмса. Ваши желания и больничный режим не совпадают. К черту режим! Он находится в опасном состоянии. Следите за речью, мистер Холмс. Не заставляйте меня вызывать полицию. К чему такая враждебность? Вы все еще обижаетесь за ту студенческую шутку? Думайте, что хотите. Ваше пребывание здесь было кратким. Медицина ничего не потеряла, когда вы покинули нас. Не надо оскорблять, медсестра. Так как никто из вас не имеет права здесь оставаться, уходите. Человек в вашем положении, медсестра, не должен иметь предубеждений. Вы, мистер Холмс, никогда не считались с моим мнением или с моими полномочиями. Если это все, уходите, пожалуйста. Замена запрещенная в Барте. Кажется так. Я чувствую, что двигаюсь во времени. Действительно. В темные времена или какую-то мрачную эру? Нет. К тем дням, когда я был хирургом. Возможно, к рассвету Инквизиции. Единственное воспоминание о беспощадной медсестре вызвало целый ряд неприятных ассоциаций. Я бы задушил эту крысу. Окажете ценную услугу обществу. Но я сомневаюсь, что вы попадете в почетный список королевы. Как вы устранили это препятствие? Через морг. Это единственный удобный способ войти и сбежать ночи в гараже улицы Боу. Ваши предположения, Ватсон. Прежде чем мои мозги взорвутся, пожалуйста. Успокойтесь, Холмс. Подобно многим мелким тиранам, она может быть расположена к атрибутам и запросам бюрократического аппарата. Вы не будете против, если мы посетим следователя. Доктор Ватсон недавно надоедал ему. Не думаю, что вам следует делать то же самое. Не ходите в зал, или я... Ватсон, этот грипп станет эпидемией. Я не знаю, Холмс, но любая вирусная болезнь подвергает риску даже здоровых людей. В таком случае в больницу лучше не попадать. Давайте не будем долго оставаться. Медсестра, почему пациент вынужден чахнуть в этом опасном помещении? Это помещение ежедневно убирается. Пациент ждет одного из известных врачей. К тому времени, когда эта знаменитость приедет, он может к своим болячкам добавить пневмонию или грипп. Вы преувеличиваете, мистер Холмс. Мы сами позаботимся о нем.
Извините, сэр, чем вы болеете? Застой в легких. Я слаб. Тогда почему вы лежите на сквозняке? Они собираются зашить мою голову. Я ударился, когда ослабев упал. Так что у меня есть шанс. Но мне нельзя сейчас подхватить грипп. Сэр, долго вы ждали обслуживания в этом несчастном зале? До потери крови, извините за выражение. Никто не говорит, что происходит. Я как мебель. Не ходите в залы. Не ходите в... Не ходи. Thank you.
Я уполномочен расследовать дело о взрыве в Диогена. Это меня не волнует. Инспектор не имеет никакого воздействия на мои обязанности. В любом случае, это прошение о сотрудничестве, а не приказ. Я опять прошу вас разрешить мне повидаться с братом. Я его единственный родственник. Я не могу изменить свое решение. Мистер Холмс не умрет. Нет необходимости тревожить его и нарушать инструкции больницы. Это война, Ватсон. Вы задумали ужасный метод для распоряжения скотом. Нужно отвлечь ее внимание. Она не может проявлять внимание к пациентам и заниматься документами одновременно. Ватсон, я рад, что вредительство является частью вашей натуры. Инвалид помог бы нам. Вы не против, если я оттащу ваш топчан к более теплому месту? Пока я здесь нахожусь, я не могу сам о себе позаботиться. Я буду очень вам признателен. Пациент должен выжить, я не забуду этого. Вы заработали себе проблемы. Ватсон, я думаю, мы должны воспользоваться возможностью исследовать Барт. Я с вами, Холмс. Одному не хочется. Доктор Маккейб, вы можете уделить мне внимание? Да, я в вашем распоряжении. Вы можете рассказать, как умер сэр Хаббард Фортески? Вам лучше знать, мистер Холмс. Можно мы пройдем к новому пациенту? Медсестра сделала мне замечание, что я разрешил доктору Ватсону пройти. Пожалуйста, не ставьте больше меня в такое положение. Лестрейд одобрил мою цель, но медсестра не согласна. Не буду спрашивать, как вы добились этого. Но вы знаете, что я здесь практикую. Спасибо. Мне не доставит удовольствия игнорировать ваши вопросы, мистер Холмс, но все должно быть пристойно. Сколько трупов вы обрабатываете в день? Слишком много. Извините, мне надо работать. Учитывая вашу профессию, это выражение звучит жестоко. Возможно, но точно. Надеюсь, вы пришли не с целью покритиковать меня. Извините, доктор, за грубость.
Запах карболки вреден для здоровья, Ватсон. Вы чрезмерно чувствительны, Холмс. В морге регулярно должны проводить дезинфекцию. Запах на скотобойне и то лучше.